Регистрация дополнительного чипа иммобилайзера в автомобиль Toyota Lexus. На примере у нас будет Toyota Corolla. Также процедура подходит на все автомобили. До 2004 года есть ручная процедура, можно ей воспользоваться. Будет в описании под видео ссылочка. Итак, для этого нам нужно перейти в раздел иммобилайзер. Он может находиться в любом месте, и просто ищем его в этой вкладке. После того, как, естественно, подключились к самой программе. Дополнительное окошечко открывается, ищем раздел утилиты, она у нас внизу. Открываем его. Ищем Transponder Registration код. Кликаем два раза. Дальше у нас появится окно с сообщением, что мы готовы продолжить. Нажимаем Next. И тут у нас три шага всего займет. То есть, что сейчас он предлагает? Нужно вынуть мастер-ключ из замка зажигания, вставить мастер-ключ обратно в замок зажигания, включить зажигание, не прокручивая стартер. Нажимаем потом Next. Вынуть мастер-ключ из замка зажигания и нажимать далее. Ну вот, соответственно, сейчас мы это делаем. Все. Теперь шаг третий. Вставьте ключ, который хотим запрограммировать. Соответственно, вставляем новый чип иммобилайзера. Все, дальше он пишет, что нам нужно подождать 7 секунд. Важный момент. Ни в коем случае не включать зажигание, а просто именно вставить в замок зажигания именно дополнительный чип иммобилайзера. По истечению 70 секунд лампочка иммобилайзера должна потухнуть на панели приборов. Ну или на торпеда, где у кого как она находится. По истечению 70 секунд выдаст сообщение, что у нас новый ключ прописан. И дальше мы просто вытаскиваем ключ зажигания, открываем дверь и заново включаем. Все, пишет, что у нас мастер-ключ новый дописан. Если нам не нужен еще один ключ, мы его просто нажимаем выход. А если нужно дописать еще один ключ, нажимаем Next. В нашем случае нажимаем выход, так что у нас больше ничего нету. Все, на данном этапе ключ записан, и мы можем пользоваться новым чип-ключом.